Всем привет! Сегодня будем собирать электросамокат. Пришел он вот в такой коробке. Тут ленты желтые, на лентах он был. Сейчас вот только что их срезал. Коробка вот такая вот широкая. Самокат большой. Название я его еще не знаю, но вы увидите название в описании. Размер 118 на 28 и 54. Надписи на коробке больше никаких нету. Тут единственное вот порвана коробка была. Надеюсь, что самокат будет без повреждений. Так, открываем коробку, смотрим электросамокат. В коробке упакован вот так вот. Сзади стоят пружинные амортизаторы. На нем есть стоп-сигнал. Это крепление под сидушку. Самокат с сидушкой будет. Вот она, сама сидушка, кстати. Сейчас пока уберем ее. Также здесь есть корзинка пластмассовая с железными креплениями. Вот они. Так, это что? Руль. Упакован весь в пупырчатом целлофане. Сейчас будем доставать. Ну вот, смотрите, достал я его из коробки. Вот он, руль, весь в пупырчатом целлофане. Здесь идут провода. Название самоката Wulong. Также в комплекте идет мягкая сидушка. Вот такая вот в целлофановом мешке. Это задняя спинка. В комплекте идет ключ на 10, шестигранник на 6, гаечки, болтики и хомуты. Также вот она, сама корзина с железными креплениями. И еще маленькая коробочка. Сейчас откроем, посмотрим, что в ней. Скорее всего, это зарядка. Открываем коробочку. Да, это зарядка идет в ней. Вот такая вот зарядка. Штекер. Вот такой вот. С простой вилкой. Выдает 36 вольт при заряде 42 вольта и 2 ампера. Вот они, характеристики. Здесь также стоит радиатор охлаждения с другой стороны. Закреплен на 4 болтика, не склеенный. Убираем целлофановый мешок с сиденья. И поближе его сейчас посмотрим. Сиденье довольно плотное такое. Проминается, но с трудом. Также вот 3 болтика для крепления. Ну и сейчас будем крепить его. А вот эта вот сидушка ставится на заднюю часть. Вот сюда вот. Вот так она будет выглядеть. Начнем с установки руля. Убираем пакет. Срезаем целлофан с ручек. Со второй убираем тоже целлофан. Целлофан обмотан еще скотчем. Срезаем его аккуратно. На основании руля, вот он, стоит эксцентрик для складывания руля. Руль складывается. Вилка стоит развернута. Разворачиваем ее. Тут в оплетке идет тросик и провода на ключ зажигания и спидометр. Вставляем руль. Ставится он вот так вот.
Выставляем руль по центру и закручиваем шестигранником на 6. Закручиваем его. Затянули этот болт крепления руля. Ставим сам руль на место. Здесь снизу есть вот такая вот защелка, вот она. Если эксцентрик вдруг откроется вот так, то защелка это не даст упасть рулю. Открывается она просто нажатием. Вот она нажалась, и все, и руль сложился. И обратно защелкнули ее. И зажимом вот так вот зажал. Все. Руль мы установили. Вот он, фонарик идет. Колеса накачаны уже. Прям жестко так. Даже не промнешь. Устанавливаем сидушки теперь. Открываем вот такой пакетик с ключами и гайками. В комплекте идут вот столько гаек. Я не считал, сколько здесь. И 3 болтика. Гайки вы не ошибетесь, как вкручивать. Они все одинаковые. Также вот ключ на 10 идет. И шестигранников наложили. 4 штуки аж. Здесь хомутики. 4 положили. Ну давайте повешаем сначала корзину. Вот эту вот. Ее можно повешать либо вот сюда. С обратной стороны руля. Вот так вот. Она просто висит, ничем не крепится. Единственное, каждый может доработать ее, как-то закрепить, просверлить здесь отверстие, либо ставится она вперед на руль. Также просто вешается и все. Вот здесь она уже более-менее крепко стоит. Вот она впереди. Но если вы ее не закрепите, то она может где-нибудь отвалиться на какой-нибудь кочке. Потому что она вот болтается просто. Так, корзину мы поставили. Теперь устанавливаем сиденья все. Ставлю заднюю сидушку. Закручивается она на 4 болтиках, как вы помните. Единственное, тут надо подлезть. Итак, закрутил я заднюю сидушку, протянул ее. Теперь будем устанавливать вот эту спинку. Да, кстати, не сказал, вот эту вот спинку можно поставить как вот сюда, для самого водителя, так и назад. Здесь есть крепление, вот оно, под сидушкой. Поэтому можно и сюда его поставить. Гайки снизу закручиваются ключом на 10. А болтики сами шестигранником на 5. Так вот затягиваем их. Выравниваем спинку. И протягиваем. Теперь устанавливаем саму сидушку. Оно крепится на 3 болтиках. Наживили гайки, теперь протягиваем. Собрали мы вот такой вот самокат. С ним в комплекте идет 2 брелка для сигнализации и 2 ключа. На руле идет вот такой спидометр, показывает зарядку батареи. Здесь включаются-выключаются фары. Он включил. Вот она, передняя фара. Задняя фара. А сейчас стоп-сигнал работает. Сзади вот такой стоп-сигнал. Зеленый у него идет клаксон. Вот так он сигналит. Также здесь есть подножки вот такие. Для заднего есть истока. Для заднего пассажира. Вот так они складываются, убираются.
Хотя я сначала думал, что это какие-то амортизаторы декоративные идут. Но нет, это подножки вот такие. С этой стороны также. То есть здесь сзади садится человек. Вот есть подножки. Не очень удобно ехать. Вот такой электросамокат сегодня собрали с вами, поэтому подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки, кому понравилось видео. Здесь будет много сборок. Всем удачи, до новых встреч!